Так, только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Но сегодня порадовали. У Ромы появилась наконец-то скорость. То, что предыдущие сезоны это было очень плохо, медленно, по черепашье. А сейчас скорость появилась и совсем все другими красками заиграла. Ну а Женя Семененко это прям пример того, когда свои недостатки можно оборачивать в преимущество. Особенно вот на прыжках. Первая половина, она прям увлекала. Это не было вот это ползание, карабкание от одного прыжка до другого, ухождение пешком. А это именно было увлекательно и круто. Единственное, в этой группе уже на протяжении скольких десятков лет огромная проблема со скольжением. Ну просто никто не скользит. Это вот дорожка шагов, то, что Женя исполнил, ее только спасла скорость. А так это дорожкой даже не назовешь. Это было настолько плохо, как и у остальных фигуристов обычно из этой группы. Ну пора уже нанять нормального специалиста по скольжению, ну сколько можно? Ну нельзя так хорошо прыгать, но при этом так бездарно скользить. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком.